Включай правый поворотник. Слева объезжать нельзя через сплошные линии. Слева объезжать, говорю, нельзя. Ты же справа поворот не включила даже. Поехали направо. Ты ж слушай, смотри. Тихо, тихо, там же машины едут. Нас никто не хочет пропустить. Поехали теперь. Поехали. Вот так вот. Не теряйся. Вот видела? Ты увидела, да, нештатную ситуацию на дороге? Все. Паника. При том, что я тебе говорю, надо объезжать справа, ты включила правый поворотник и поехала, да, как за УАЗиком. Это он патриот. А ты разве можешь так же сделать? Нет. Только ты при нажатии на педаль тормоза, поглядывая в заднее зеркало. Дело в том, ну конечно, бывают такие моменты, что лучше уже не пропускать автобус. Ну, опять же, все зависит, что у тебя происходит сзади. Пусть да, человек сзади будет там виноват, да, водитель, там несоблюдение дистанции. Но кому от этого легче станет, если машину разобьют, да? Ну это как водитель должна предотвращать ДТП, а не создавать аварийные ситуации. Здесь бы я на твоем месте бы перестроился заблаговременно. Тихо, 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 тихо. Поехали. Поехали, все. Ты так и хочешь мне зеркало отломать? Оно мне еще пригодится. Выключи поворотник. Просто опять же, подъезжая к остановочным карманам, ты же видела, могла в принципе увидеть, что стоит автобус на остановке уже заблаговременно. То есть ты как водитель должна проглядывать ситуацию наперед. Увидела этот автобус, видишь второй автобус, по-любому будет туда заходить. Даже если он не заходит туда, ну предполагать мы это уже можем. Включила левый поворотник и перестроилась. Чем вот так раз, вот такая ситуация на экзамене. И на экзамене инструктор возьмется за руль, потому что тебе никто не позволит зеркала отламывать. В левый ряд уходи по возможности. Пошли. Двигаемся в прямом направлении. На регулируемом перекрестке поедем направо. Сейчас машину чуть не ударила. Видела? Если бы я не нажал бы на тормоз, я бы сейчас купил бы Nissan D. Это раз. Во-вторых, у нас задание какое было? Двигаться прямо, потом. Двигаться прямо на регулируемом перекрестке, да? А мы взяли сюда залезли. Вот и чем заключается, да, экзамен, опять же, повторюсь. Как вы слышите команду, как вы ее понимаете. Тут есть 20 км в час. Сзади нас уже 3 машины собралось. Если даже что-то пошло не так, ты уже доигрывая игру достойно. Пешеходным переходом выберешь место для разворота. По полосам не гулять. По ним можно гулять только один раз и по перепристроении.
строятся с такой скоростью в 20 км в час, они как минимум 40 едут. То есть тебе нужно в их поток, как говорится, вмещаться. Скинь у вас скорость сейчас, скинь, потому что у них скопление идет, а то ли останавливается, то ли что впереди. Вот видишь, и нам приходится тормозить. Всем там красный горел, да? Вот. Где-то нужно ускориться, где-то нужно притормозить. Это все нужно просчитывать на дороге. Я тебе сейчас скажу, не газуй, тут через секунду нужно уже газовать. Я скажу тебе, не тормози, через секунду нужно уже тормозить.